таким большим составом на конкурс юных вокалистов коллектив «Конфетти» не ездил еще ни разу. 16 участников, 4 ансамбля и 3 солиста выступили с вокальными номерами в нескольких номинациях. Мы выступали в номинации от 6 до 9 лет. Результат лауреата второй степени. С 10 до 12 ансамбль лауреата второй степени. С 13 до 15 лауреата второй. И ансамбль дополнительный был в этой же номинации лауреата третьей. Народник у нас Витя Святкин, лауреат второй степени. И два солиста номинации «Маленький Вика» Трофимова, лауреат первой степени. И Новикова Аня от 13 до 15 в номинации первое место. С начала года участники «Конфетти» уже побывали в Москве и Казани. И вот очередной триумф в северной столице. Главная цель конкурса – поиск открытия новых молодых талантов. Таким открытием оказалась Вика Трофимова. Вокалом она занимается всего год, что, кстати, не помешало ей обойти в таланте десятки других участников. Сама рада, что первое место заняла? Да. Это твоя первая такая серьезная награда? Да. Что дальше, какие планы у тебя? Еще очень много первых мест. Витя Святкин поет с детского сада. Несмотря на тяжелые репетиции, которые порой длятся по 2 часа, бросать пение не собирается. Трудолюбие, говорит руководитель ансамбля Надежда Толчеева, черта всех ее воспитанников. Ребята не жалеют времени и сил на постоянные репетиции и выступления. Мы в садике, когда набирали на ансамбле, и мне, короче, сказали, что хорошо поешь, и пошел я в перезвон. А потом там попел, там руководитель ушел, я сюда пришел. А ты уже опытный, побегал по ансамблю. Здесь нравится? Да. У вас Надежда Александровна чаще хвалит или ругает? Хвалит. Это помогает? Конечно. А иногда надо ругать? Думаю, надо иногда. «Конфетти» с каждым годом завоевывает любовь публики и жюри на различных конкурсах. Выступление на фестивале международного уровня – очередной опыт для юных артистов, который поможет добиться новых успехов и побед.